скоро до города доберемся. Стрелки ты дёрнул, тебе ближе. Нам нужно на другую ветку. Ё-моё, ты погляди на это. Здесь раньше обслуживающий состав ходил, материалы доставлял. Да, когда-нибудь зарастет тут все, если на ноги не встанет. Thank you.
спасено. Чтобы не скучать. Конечная, Петрович. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны. Чем бы цепоньку сковырнуть, а то перелезать не хочет.
Только нечего отдавать. Эй, мужики, помощь нужна? Чё? Проваливай отсюда! Сука, хана тебе! С вами. Спасибо, ребята. Всю душу из меня вытрясли, если б не вы. Вижу, вы устали с дороги. Могу предложить вам ночлег и теплый чай с малиновым вареньем. Вот так и живем. Тяжело, конечно, но делать нечего. Словно все в прошлое вернулось. Видел, у вас тут электростанция рядом. Не пробовали запустить систему? Да некому. У нас жителей в поселке осталось всего ничего. Да и из тех, кто есть, вряд ли кто-то разобраться сможет. Ладно, друзья, надеюсь, вам все понравилось, а мне пора на боковую. Приятных снов, дядя Миш. Здорово! Спасибо тебе. Попробую потом сам собрать. Петрович, ты с какого города? Из Липецка. А, серьезно? Как же уцелеть удалось? Там, говорят, совсем тяжко было. Я мало что помню. Очнулся на больничной койке. Трупы повсюду. Вон и пятна крови. На это же парень был один. Все бродил по палатам, о помощи звал. А чем тут уже поможешь? Кончился парень тот. Быстро болезнь сожрала. А у меня иммунитет оказался. Выкарабкался. Теперь даже и не знаю, что лучше. Присаживайся к нам.
Доброго вечера, дорогой друг. Чем могу помочь?